Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Слушай, смотри. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Всем большой привет, друзья! Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». Меня зовут Влад Кутузов, в эфире очередной, между прочим, уже 22-й выпуск программы «Зарубежка». Если помните, в прошлый раз мы с вами путешествовали в самое начало 80-х, ну а сегодня я предлагаю отправиться во вторую половину 90-х. Время в какой-то степени было переломное, и на музыке это тоже не могло не сказаться. Итак, прямо по курсу год 1997, и в ближайшем часе только лучшие песни того времени. Делайте громко и давайте уже начинать. Зарубежка. И в самом начале зарубежки, как и всегда, самые новые и самые актуальные на данный момент. Говоря проще, начнем с музыкальной новинки одной из трех. Американская инди-поп-группа из Калифорнии, такие достаточно прикольные ребята, может быть, кто-то из вас о них уже слышал, тем более, что это их не первая песня. Так вот, называют они себя сами Эко Смит, а композиция, которую я вам предлагаю незамедлительно заценить, называется «Goodbye». Слушаем и смотрим. Огонь недели. Итак, друзья, начнем наше плавное погружение в поп-музыкальные события 20-летней давности. И, кстати, там я обнаружил просто огромное количество медленных и мелодичных песен, и даже те, что не особо баллады, все равно носили какой-то печально-грустноватый оттенок. Ну, не знаю. Наверное, что-то тогда витало подобное в воздухе, а музыканты все это просто взяли и подхватили. И прямо сейчас тому доказательство. Давайте откроем 97-й год трип-хоп коллективом из Лондона Олив и песней «You're Not Alone». 90-е. We'll be right back.
It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're whole. Take me back where you belong and see how our lovers grow. Зарубежка на стране FM продолжается, и следующие несколько песен у нас будут вполне себе веселенькими, и это не может не радовать. Если кто помнит, в 97-м году вышел мега-блокбастер «Люди в черном», одну из главных ролей, в котором сыграл Уилл Смит. Он же стал исполнителем одной из песен, которая вошла в саундтрек к этой картине, и практически мгновенно она возглавила самые разнообразные чарты по всему миру. Трек имел одноименное название, то есть «Man in Black», мы сейчас все это с вами услышим и, конечно, увидим. Я лишь напомню, что в конце 90-х Уилл Смит отказался от роли в культовом фильме «Матрица», чтобы принять участие в ковбойской комедии «Дикий-дикий запад». Кстати, последняя с треском провалилась. Впрочем, к этой песне эта история уже отношения не имеет. 90-е. Dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, M.I.B. means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the M.I.B.'s is at. So the darkest of night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a super noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. With the fearless and my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. Men in black.
you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Зарубежка. Я, друзья, не знаю, насколько креативен должен быть мозг человека, чтобы он назвал собственную музыкальную группу «Кардиганы». Так или иначе, это уже исторический факт. Группа с таким названием была создана в Швеции. Дебютный альбом дал ей прочный фундамент на родине. На них обратили внимание за границей, особенно, кстати, в Японии. Второй альбом с синглом «Карнавал» стал прорывным. Они получили еще больше внимания со стороны слушателей и критиков. И позже вышла еще одна пластинка с хитом, прогремевшим на весь мир. Назывался он «La Fool», то есть «Любовь обман». А включение его в саундтрек к фильму «Ромео и Джульетта» еще более закрепило его популярность. Давайте посмотрим и послушаем в программе «Зарубежка» прямо сейчас группа The Cardigans. 90-е. Друзья, кто помнит из вас практически детский вокально-инструментальный ансамбль из Америки под названием Hanson? Вот, многие, наверное, не помнят, а он был. В группе было три брата – Айзек, Тейлор и Зак, и на тот момент они были, ну, прям совсем пацанами. Пик коммерческого успеха группы пришелся как раз на 97-й год. Ну, а самая известная песня коллектива называлась «Мбап». Такое странное название. Далее процитирую одного из братьев Hanson. Эта песня говорит о том, что нужно держаться за те вещи, что по-настоящему значит. Все рано или поздно пройдет и исчезнет, будь то твой возраст, твоя молодость или, может быть, деньги, что у тебя есть. А все, что останется, это люди, которых ты взрастил и реально сам создал. Вот так вот все было, друзья, непросто. 90-е.
Зарубежка. Дебютный студийный альбом британской поп-группы Spice Girls был выпущен 4 ноября 1996 года. Альбом Spice 10 раз стал платиновым в Великобритании и в Канаде, 7 раз в США, а также получил платиновые статусы во многих странах Европы. Всего он был продан тиражом аж 28 миллионов копий по всему миру, став самым продаваемым альбомом для девичьей группы, одним из самых успешных вообще в истории поп-музыки. Я, друзья, предлагаю прямо сейчас послушать реально потрясающую балладу Spice Girls как раз с этого диска. Называется она To Become One. 90-е. Зарубежка. Всем еще раз огромный привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов. И вашему вниманию, друзья, музыкальная подборка лучших песен 97-го года. Именно там мы сегодня с вами и находимся. И на очереди у нас еще одна действительно потрясающая баллада. Но здесь дело и в самой песне, и, безусловно, в артистах, которые ее исполнили. Две удивительные женщины. Одна – живая легенда, вторая, может быть, только в силу возраста, пока еще в эту категорию не попадает. Хотя все основания на это, конечно же, есть. Но обе они, конечно, великие, тут и сомнений никаких нет. Итак, еще одна песня из далекого 97-го. Это Селин Дион и Барбара Стрейзен. Песня «Tell Him». 90-е. Feel like a fool. Life can be so cruel. I
don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand, but what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him and show him of that much you can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away. Друзья, давайте на несколько минут покинем вторую половину 90-х и вернемся в настоящее, потому что у нас еще одна музыкальная новиночка уже подоспела. «Back to You» — так она называется. И это уже второй сингл Луи Томлинсона после ухода группы One Direction на временный перерыв. Парень решил не тратить время на отдых и развлечения, ударился в работу, правильно сделал. Ну а мы эту работу с вами прямо сейчас давайте оценим. Кстати, в этой песне вы услышите, а в клипе еще и увидите, еще одну молодую мегазвезду Бебе Рексу. Огонь недели! You say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground.
friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. I'm on the ground, I'm screaming, I don't know how to make it stop. I love it, I hate it, and I can't take it, but I keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you. And I guess you never know I'm addicted to your drama. Baby, here we go again. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming, I don't know how to make it stop. Зарубежка. Друзья, мы с вами по-прежнему в 1997 году, и я продолжаю вас знакомить с самыми популярными и самыми мощными песнями того времени в программе «Зарубежка» на стране FM. Эта группа первоначально носила название «Дарио», но после судебного иска одного художника, носившего то же самое имя, музыканты поменяли название на «Дарио G». Продюсер Пол Спенсер впоследствии говорил, что они добавили букву «G» в название группы в честь американского саксофониста Кенни G. Ну, не знаю, буква «G» употребляется еще как минимум в одном интересном варианте слов, ну, Кенни G так Кенни G. А сам трек, кстати, очень и очень летний. Называется он «Sunkime». 90-е.
Зарубежка. Всегда поражают истории музыкантов, которые, выпустив дебютный сингл, сразу же становились настоящими большими звездами. С этой девушкой все произошло именно таким образом. Она записала демо-версию песни «Торн» и подписала контракт с одним крупным лейблом. Композиция вышла в 1997 году и стала международным хитом, достигнув в официальном британском чарте второй позиции. Песня была названа британской газетой Daily Mirror синглом года, а сама исполнительница заняла второе место в номинации «Лучший женский вокал года». Вот так вот, друзья, все легко и просто. Натали Имбруглия в программе «Зарубежка» на стороне FM прямо сейчас. 90-е. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Говорят, что самые лучшие искренние песни получаются в том случае, если в их основе лежат реальные события, имевшие место в жизни автора. Это похоже на правду, друзья. Во всяком случае, вот с этой песней так и случилось. Потому что она стала таким вот итогом разрыва отношений вокалистки группы No Doubt Гвен Стефани и басиста Тони Кеннелла, длившихся 7 лет. Песня была написана самой Гвен и ее братом Эриком. Все вы ее прекрасно должны помнить. Называется она Don't Speak. И это, между прочим, самый успешный сингл No Doubt, получивший номинации на Грэмми в категориях песни года и лучшее выступление дуэта или группы. Ну, композиция на самом деле потрясающая, и давайте ее уже освежим в памяти, если вдруг кто подзабыл. 90-е. You and me, we used to be together, every day together, always.
that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Как рассказывал Робби Уильямс своему биографу Крису Хиту, в песне «Angels» отразилось увлечение певца паранормальными явлениями. Далее цитата. «Я верил в эти вещи, когда писал песню, поэтому, собственно, ее и написал. «Angels» не о ком-то конкретном, она о мыслях, о том, что любимые тобой люди, которые ушли из жизни, возвращаются и потихонечку за тобой приглядывают». В общем, как вы понимаете, друзья, очень и очень непростая песня. Безумно глубокая по смыслу и, конечно, очень красивая музыкальная. Кстати, видеоклип на нее снял Сэм Байер, тот самый Байер, который делал легендарное видео на песню «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. Ну а у нас это последняя песня на сегодня из далекого 97-го. 90-е. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old?
as I have been told, that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Ну и в финале очередной зарубежки, как и обычно, еще один свеженький трек. Это будет такая мелодичная, летняя, легкая, танцевальная вещица от Риты Орек, которую, кстати, много критикуют в последнее время. А поет она, между прочим, очень даже прилично. Сама песня называется «Your Song», то есть «Твоя песня». Ну, конечно, она про чувства и про эмоции. Огонь недели. And put that
got me feeling like I'm... Зарубежка. Ну вот и все, друзья. Все песни проиграны. Понятно, что песен прекрасных в 97-м было намного больше, чем вошло в программу. Но я думаю, что самые-самые мы с вами все-таки услышали сегодня. Всем вам спасибо за то, что слушали и смотрели. Как и всегда, встретимся ровно через неделю. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка».